Я в порядке. Это я. Наверное, какая-то ловушка сработала. Генри, помоги поднять. Да. Жутковато. Да. Знаю, как всегда. Что? Она не поддается. Скорее, уходите отсюда. Сэм, будь рядом. Генри, сваливаем к чертям. Береги его. Ну! Все будет хорошо. Да, да, я знаю. Малыш, давай попробуем поискать выход, хорошо? Пошли дальше. Ты цел? Да.
Похоже, их тут было много. Людей, в смысле. Похоже на то. Ух ты, смотрите. Похоже на школьный класс. Почему они погибли? Я сам не знаю, сынок. Они заслужили лучшую долю. Вперед! Так. Молодчина. Это Элли? Скорей. Джоэл, это они! Сэр! Слава Богу! Надо бежать дальше! Элли, отойди от двери! Может, вместе толкнуть? Давай. Он прополз туда! Он что? Сэм, ты что творишь? Вытаскивай нас! Поторопись! Ну, пошли. Все наверх! Живей! Сади меня, я пролезу через окно. Попробуй ее открыть. Только быстро. Залезай, Сэм. Ты тут не останешься. А как же ты? Выживу. Лезь, давай. Готовьтесь! Начинается. Готовьтесь! Черт! Начинается! Come on.
воздух. Что? Смотрите. Вы издеваетесь, что ли? Очень вовремя, ребята. И где башня? Мы рядом. Все, пошли. Эй, мелкий, ты в порядке? Чуть не подохли, а? Да, не самый прикольный момент в жизни. Но мы выбрались. Ага. Эй, смотрите! Вот она! А я что говорил? Теперь бы подобраться. Ты как, держишься пока? Нормально, привыкла уж. Пока шла с Генри, сама прибила пару зараженных. Можешь мной гордиться. Да. Интересно, как тут было до эпидемии? Даже представить не могу. Идея оказалась не из лучших. Вам ведь тяжело пришлось, да? О, да. Еще как. А как вы познакомились? Моя подруга Марлин попросила его взять меня к цикадам. Вроде неплохо ладите. Ну да. Теперь я им помыкаю. Правда ведь, Джоэл? Когда началась эпидемия, мне было всего 5. Я плохо помню это время. Но мы жили в местечке вроде этого. А что ты помнишь? О, барбекю. Родители устраивали охрененные барбекю, приглашали толпы народа. Я до сих пор помню явственно, как пахло тогда. Странно. Thank you.
Собачки. К ним лучше не подходить. Это тебе не карантинная зона. Они одичали. За работу. А, это машина для мороженого. Для мороженого? Да, мне про них рассказывал Генри. Прямо из машины продавали мороженое. Что? Гонишь, Джоэл? Неплохо вышло. Да, тут потолок проседает. Осторожно. Смотри там.
Нашла что-нибудь? Пожалуйста. Спасибо. Элли, тут твои любимые комиксы. Круто. Элли, зацени. Вот, держи. Что это?
Эй, Сэм, осторожней. Да, да. Ну ладно, я первый. А. О! Черт. Ладно. Бросить? Ага. Ух ты! Да я талант. Повезло! А вот и нет. Просто повезло. Ха! Иди отсюда, задавака. Вот так. Тьфу. Ужасно. Ну, ничья. Не-не, ты вчистую проиграла. Что значит я проиграла? Это же явная ничья. Ага, ладно. Чёртов снайпер! Видели откуда? Откуда ты с улицы? Ладно. Сидите тут. Нет. Никаких «но». Вы будете его отвлекать. Я попробую зайти с другой стороны. Ладно. Эй! Аккуратней.
стены не спрячетесь!
Его нет! Все равно я вас вижу! Он в горелых развалинах! Плохо спрятались! Он в горелых развалинах! Там. Ушел. Черт ушел!
Твою мать! А, черт! Держитесь. Нет. Ну же, Генри. Спасибо, Джоэл. Глянь сюда. Все, разобрались. Пора валить. Вот так. Сэм! Генри! Сэм, ты молодцом? Я в порядке. Точно? Нормально все. Пошли, пошли! Идем! Быстро, быстро, быстро! Пока да. Никто не ранен? Нет. Все целы. Ладно, пора уходить отсюда. Идем. Пошли. Догонишь ты? Нет, правда. В день рождения Томми хотел одного. Взять два Харлея и рвануть к океану. А, ну жизнь. Хотел бы я прокатиться хоть разок и умереть. Ну и как? Круто, очень круто. Круто? Ты его слышала? Эй, чувак, подробности, выкладывай. Знаете что, вам тут и двоим будет хорошо. Нет, нет, Элли.
Это тебе не обычный мотоцикл, ясно? Ты садишься на него, двигатель ревет. С ума сойти! Правда? И откуда ты знаешь? Мне это приснилось. Ясно. Похоже, никто из наших уже не придет. Да. Тяжелее всего будет сказать это Сэму. Что ж, можно сказать, эти двое нашли друг друга. Что делаешь? Считаю, какую еду мы сегодня нашли. Ясно. И большой у нас запас сладких персиков. Тебя Генри прислал? Нет. А что, должен был? Ну как же, за мной присмотреть. Мы все отлично справились. Особенно ты. Что-то случилось? Не, все нормально. Хорошо. Ну, спокойной ночи. Как ты ничего не боишься? Кто тебе сказал? А чего ты боишься? Например... Например, скорпионов. Одиночество. Боюсь остаться одна. Ну, а ты? Всех этих тварей. А что, если внутри них люди? Пленники в теле, которое перестало их слушаться. Вдруг так будет со мной? Окей. Теперь мы одна команда. Мы будем помогать друг другу, а еще... Они выглядят почти как люди, но это одна видимость. Генри говорит, что они в раю. Встретились с семьями и счастливы. Думаешь, это правда? Я сама не знаю. То есть, хочется верить. Не выходит? Типа того. Да, и у меня. О, я чуть не забыла. Сейчас отдам. Вот. Если он не узнает, то и не отнимет. Ладно, я спать. До завтра. Пахнет вкусно. Доброе утро. Где Сэм? Дал ему выспаться. А. Хочешь с ним поболтать, иди и разбуди. Ладно. Сэм? Сэм! Что такое? Заразился. Ты что? Это же мой брат! Сэм! Твою мать! Черт! Элли! Элли, ты цела? Господи! Сэм? Ну нет. Сэм! Генри! Элли, замри.
Генри! Что я наделал? Отдай мне пистолет, ладно? Сэм! Тише, тише, успокойся. Это все ты. Тут никто не виноват. Это все ты! Генри! Генри, нет! Господи!